Закончились декабрьские окна. Сколько? 3-4 дня было, да? Плюс 15, плюс 16. Вообще такая шикарная погода была. Но сегодня 0 с утра и сейчас градуса 4-5, наверное. Вот. Моя прекрасная половина выгнала меня в огород. В огород. Для того, чтобы я накопал земли и посадил пеларгонию. Просто пеларгония замерзает в огороде, поэтому некоторые кусты, чтобы их сохранить на следующий год, мы выкапываем, заносим домой. Ну, свои-то я давно выкопала, иначе бы они померзли. А тут знакомая бабушка дала, у нее такие красивые цветы розовые, а у меня красные. Я решила розовый взять. Давай их доставай там. Давай, где... давай, достаю, достаю. Конечно, мне ж холодно. Ну, а вообще, конечно. Там сыро, мокро. Ай, перчатки промочены. Вообще, пеларгония на самом деле это герань. Да, герань. Красиво, цветет долго. Круглый год, зимой дома, летом в огороде. Прекрасный цветок. Говорят, в теплых европейских странах ее используют вот в качестве красного цвета для уличных этих самых озеленения. Конечно. Ну что, ее просто воткнуть? Ну не одним кустом-то. Там несколько веточек. Вот так их и посади. Да? Да. Думаю, чтобы они как братья стояли. 2-3, как братья, но рядом, не в одном гнезде. Угу. Вот у меня все растет. Угу. Посмотрим. Все, что я не посажу, посмотрим, все посмотрим. До сих пор я все садила. Ой, все, что я посадил, все росло. Потому что я проговариваю, хочешь расти, значит вырастешь. Угу. Никто за тобой ухаживать не будет. Плюс 4, это, конечно, не плюс 14. Может быть, даже 3. Ну, зато у кого-то минус 30, а у нас все-таки хоть 3 до плюса, не минус. Тучи были весь день. Сейчас вон какие остались тучи. Но где-то и небо очистилось. Если будет без туч небо, то ночью будет холодно. Посадил? Да, посадил. Вот, вот все прекрасно. Угу. Посмотрим, как оно вырастет, прекрасно или нет. Да великолепно все будет. Надо главное верить. Молодец. Да. Мысли материально, а вера вообще. Вера воздвигает, я не знаю, города, переворачивает страны и делает жизнь счастливой. Вот в великой стране Америки она с чего началась? Потому что люди с огромной верой пересекали океан, что там они смогут свободно работать, получат землю. Ну вот то, что они мучились там в Англии, в Ирландии, в Испании, там везде-везде. И оно осуществилось. Это самая благополучная сторона для работающих. Ну, конечно, есть недостатки. Вот, и наша герань будет расти. Причем тут Америка? Потому что я верю. Я тебе говорю, что вера это вещь более материальная даже, конечно. Более материальная, чем герань. Да, да, мысли материальные, а вера это еще круче. Это все побеждающие. Да, вот. Тебе надо проповедовать. Конечно. А я всю жизнь проповедую в своих строчках. А-а-а.